На минувшей неделе Алина Кабаева показала, что находится в прекрасной форме. Тина Канделаки выложила в Инстаграм фото со спортсменкой. Судя по снимку, за последние полгода гимнастка скинула минимум килограммов 10 и стала еще стройнее, чем во время выступления в Олимпиадах. Кардинально измениться ей помогли не только сила воли и желания. Одна из коллег Кабаевой поделилась. Мне рассказывали, что Алина похудела на дробном питании. Методику лично для нее разработала диетолог Маргарита Королева. Она лучший специалист в сфере здорового правильного питания. Не зря же у нее многие знаменитости худеют. Среди клиентов Маргариты – Валерия, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!